Шестой класс, 37-я серия. Решение задач. Задача первая. Сколько получится сушеных яблок из 95 килограммов свежих, если они при сушке теряют 80% массы? Если 80% массы они теряют, значит останется 20%. 20% – это 20 сотых или 2 десятых. Надо найти 2 десятых от 95. Дробь от числа находится умножением. 95 надо умножить на 2 десятых, и получится 19. Ответ – 19 килограммов. Задача вторая. После каждой стирки кусок мыла уменьшается на 10%. После скольких стирок он уменьшится не меньше, чем на четверть. Так, после первой стирки 90% останется от того, что было. Процент – это сотая часть. 100% – это единица, 10% – это 1/10, ну или 10 сотых, а это 90%. Это будет после первой стирки. После второй стирки – будет 81% или 81 сотая. После третьей стирки будет 72,9%. Причем останется больше, чем четвертая часть. Итак, потому что 27,1% это больше, чем четверть, чем 25%. Значит, ответ после третьей стирки. Задача третья. Число увеличили в 6 раз, затем уменьшили на 10, и получилось число на 20 больше задуманного. Какое число было задумано? Давайте за x обозначим задуманное число. Его увеличили в 6 раз, затем уменьшили на 10, и получилось число, которое на 20 больше задуманного. Надо решить это уравнение. Можно и слева, и справа от знака равенства вычесть x. Тогда x будет только слева. 6x минус x – это 5x. 5x – это 30, x равен 6. Было задумано число 6. Задача четвертая. Расшифруйте запись. Цифры обозначены буквами. Надо расшифровать, где какая цифра. Так, это уменьшаемое, вычитаемое и значение разности. Значит, сразу можно назвать значение А, вот глядя на первую цифру. А – это 4. И, глядя на последнюю цифру значения разности, сразу назвать значение D. D – это 3. Так, а теперь давайте запишем в столбик. Под уменьшаемым вычитаемое. Здесь можно еще приписать 0, так чтобы было 3 знака после запятой. Итак, вместо А сразу записываем 4, вместо D – 3. Так, и внизу значение разности. Так, ну а теперь давайте посмотрим. Так, здесь занимается десяток. 10 минус 3 – 7. Так, а теперь можно назвать значение С. 2 минус 1 – это 1. Значит, С1. Так, теперь здесь занимается десяток. 11 минус 6. Получится 5. Значит, Б это 6. И обязательно надо сделать проверку. Так, уменьшаемое, вычитаемое и разность. Задача пятая. На окружности отметили 12 точек,
Заход. Можно соединить любые две отрезком, но так, чтобы этот отрезок не пересекал те отрезки, которые были проведены ранее. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто и как выиграет при правильной игре? При правильной игре выиграет первый игрок. Так, если он первым ходом соединит две точки отрезком так, чтобы с одной стороны от этого отрезка осталось 5 точек, и с другой стороны осталось 5 точек. Вот 5 точек с одной стороны и 5 точек, чтобы осталось с другой стороны. А затем первый игрок будет отвечать симметричным ходом на ход противника. Ну, например, второй игрок делает вот такой ход. Он соединяет отрезком. Значит, первый игрок должен соединить отрезком вот эти точки. Играя таким образом, он выиграет. Итак, выиграет первый при правильной игре.